Христа, позвоночник вырвался. Стань ровно. Тебе не надо двигаться. Просто стой. Прямо сейчас боль в спине уходит. 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 Ну, Святой, спасибо. Благодарю для тебя. Позвоночник вырвался. Прямо сейчас. Сейчас. Шесть. Дух Святой, спасибо. А скажи, что ты чувствовал сейчас? Ну, в молитве я иногда вот всегда, когда молюсь, когда Дух Святой накрывает, когда я находился на напряжении, мышцы ломаются, и наполнение. Ну, я не знаю, как это вот, если на наполнение, просто вот, и радует состояние радости. А это происходит классно. Я этим таким вот начал всегда. Ну и просто не легко. Я радуюсь. Я великолепно состояние. Ну супер. Жить удалось. Спина перестала болеть. Сейчас она бы исчезла, но вот игру, ну такая вот, не как резкая была. Сейчас вот... белый наклон. Нет, это вот легко. Понапрягаешься, поработаешь, и начинает потихоньку. На самом деле это было хорошо. Mm. Мы же не можем так, что вообще перестанем все чувствовать. Тогда нас же нет. Они, ну то есть, только мертвые уже перестают что-то чувствовать. Ну, я тоже чувствую. Тоже чувствую. Это нельзя сказать, что это боль, проблема. Ну, это просто нагрузка, напряжение. И тогда наше тело где-то будет напряжено. Почему? Mm-hmm. Потому что оно носит тебе, ну, вес тела. Ну, а мне там, допустим, 100 килограмм. Оно же держит его, правильно? Это напряжение. Но это не то. Это нормально. Да, оно такое, оно не болит, там чувствуется. Ну там вообще. Я не знаю. Значит, так сейчас пообедаешь и все скажешь. Ушел тяжесть или нет? Да. Вот сейчас возьмешь, что ты, что тебе нельзя было кушать. Да, майонез перестал. Абсолютно перестал. Вообще. Поешь. Майонеза. Жареную курочку можно? Кушал. Курочку кушал. Вот два дня подряд жена приготовила великолепную курочку. А нюх-нюх. Тоже. Нюх-нюх. И вот тяжесть появилась. Приехал как-то очень чисто налег на свининку и на курочку. Она и появилась тяжесть. Ну ладно, поешь после обеда, мы посмотрим. Хорошо. Давай, так, что у вас? Ну, первый раз ходил на хиропрактик по звонке. Ну, упал просто неделю назад. А упали за неделю? И болели? Ударился именно вот эти места. А болит сейчас? Болит, да. Сейчас боль есть? В данный момент? Нет. Я ходил, было. Просто побыли, а у нас... Когда он исцелял, все выцелял. Тут все покрутить. Не, ну потому что я выходил еще. Раз, ну, боль была, ну, между лопатами. Сейчас нет. Аллилуйя! Меня зовут Владимир. Вчера приходил, у меня была тяжесть поджелудочной и проблемы со спиной. Сегодня встаю.
все, она вот он пытается вернуться, но верой твердой противостоять. Сейчас вот сижу, все отпустил. Полностью, слава богу, спина великолепна. Сколько времени у тебя была проблема поджелудочной? Проблема со спиной у меня началась. Поджелудочная, она вот, как я четко, давно очень отказался от заводчика. Давно уже не кушаю. Ну, лет, наверное, 8-10. 10, наверное, скорее всего, так. А спина? Спина 2-3 года. Так делаю. И сейчас все хорошо? Сейчас великолепно. А ну, наклонись. Завяжи шнурки. А у меня их нет. Аллилуйя.